Так, мы с вами пришли на новый завоз, и тут новые цены, как вы видите. Они еще не распечатали нормальные вот эти вот вывески. Ну, в общем, вот так. Идемте посмотрим. Я сегодня пешком гуляю. Погода отличная, почему не погулять? Сегодня начнем с одежды. Вот такой жакет. Ткань здесь очень похожа на лен. Это просто грязь такая, которую можно стереть влажной салфеткой. Двубортный, с красивой такой акцентной фурнитурой яркой. Очень неплохой жакет, но... Но вот что-то не то. Вот въел жакет из 100% шерсти, ярко-желтый. Качество здесь, конечно, отменное. Состояние не очень укороченный. Без воротник, точнее, воротник стойка. Люблю вот такие яркие двубортные жакеты в клетку. Активная очень фурнитура яркая. Ткань такая, знаете, как из крупной нитки, типа букле. Очень люблю такой стиль. По составу здесь ничего необычного, выдающегося нет. Но сам по себе он очень яркий и такой приличненько выглядит. Схватила пуховик The North Face. Естественно, я сначала набираю в тележку, потом начинаю разглядывать, как вы уже поняли. Пуховик на натуральном пуху. Состояние, конечно, уже ну, такое мертвяческое. Черный бомбер. Я ищу черный бомбер, но это не та история. Этот бомбер брат-близнец того яркого синего, который вы на мне уже видели. Поэтому, конечно же, такой точно мне не нужен. Оставила. Обувь была скорее интересная, уматная для рассмотрения, но не для покупки, не для носки. Яркие лаковые стрип-сапоги. Вот такие под замшу черные, тоже на такой грубой, высокой танкетке с каблуком. Ботфорды. Обуви много, как вы видите, но даже нечего взять в руку, чтобы покрутить. Ну вот правда, абсолютно. Adidas, кроссовки, из которых вынули шипы. Это, скорее всего, были какие-то шипованная такая спортивная обувь. И остались дыры на подошве. Неплохие укороченные резиновые сапожки в размере 37. Такие миленькие, аккуратненькие. Ну и интересные, да, не сбитая такая моделька и цвет. Ну, в общем, обувь вы видите... Много, но толку мало, как, впрочем, и весь этот завоз в целом. Вот что-то пытаюсь найти, но, увы, из обуви я ничего не купила. Ни для детей, ни для себя, ну, в общем, как-то вот так. Вот такие качкодзюбы, как сейчас популярная шутка в ТикТок. И, кстати, это топ-шуп, вот такие лаковые, полиуретановые, странные ботинки. Ну вот снова мне хочется подержать в руках эти сапоги. Они имели бы место быть в таком ярком оттенке, если бы не была такая высокая танкетка и такой высокий каблук. Я бы такие поносила, чуть скромнее модель, но такие яркие желтые. Нашла джинсовую юбку в трендовой модели. Она достаточно длинная, разрез спереди, юбка-карандаш. Показываю вам, как много одежды. И люди пытаются что-то найти, кто-то что-то находит, не знаю. От Zara блузочка в прозрачном таком стиле. Она из органзы. Достаточно такая жестковатая ткань, она должна красиво стоять. Ну, в общем-то, блузочка интересная, так скажем. Очень сейчас много одежды в секонд-хенд от Zara H&M. Смешной мультяшный галстук из 100% шелка в Микки Маусе. И, конечно же, я нашла свой любимый декор. Это вот такой вот. Ну, это не буа, ну, кусочек такой собранный из перьев страуса. По сумкам тоже ничего интересного. Единственное, мне понравилась вот эта мужская сумка от бренда Труп британского. Заношенный рюкзачок.
Ну, в этот раз так, грустновато несколько. В последний момент нахожу свою любовную любовь. Шарф из ламы обожаю. И показываю вам свои покупки. Двое лосин с эффектом пуша для моих девчонок и бирюзовая футболка для себя. Вот и все.